Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильное зеркало накладку с видеорегистратором от компании Stinger, модель DVR M489FHD2CAM. Видеорегистратор на две камеры идет. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Внутри у нас находится инструкция, гарантийный талон, зеркало-накладка. На самом зеркале есть дисплей диагональю 4,3 дюйма, кнопки управления. В верхней части слот под карту памяти microSD, поддерживается до 32 гигабайт. Аудио-видео вход для камеры. USB разъем, мини-USB для питания. Также у нас есть вот такие вот крючки для того, чтобы резиновое крепление, фиксаторы надевать. Микрофон, кнопочка Reset с тыльной стороны, динамики и также камера поворотная. Угол обзора камеры составляет 90 градусов. Корпус полностью из пластика состоит. В комплекте выносная камера. Четыре резинки для креплений. Также дополнительная насадка на камеру. Крепление под камеру. Фреза размером 18,5 мм для того, чтобы можно было врезать в камеру бампер. Адаптер питания в прикуриватель. И также подробная инструкция по эксплуатации. Сейчас мы зеркало подключим на 12 вольт и пройдемся по его меню. Подключили зеркало на питание. В данном зеркале используются два режима. Режим видео и режим фото. Заходим в меню. Первый пункт разрешения. Максимальное разрешение Full HD, минимальное HD. Далее качество фотографии выбирается. Ночная съемка, включение, выключение. Циклическая запись выставляется. Можно выставить 2, 3, 5 минут. Датчик движения, включение, выключение. Баланс белого. Настройка экспозиции. Запись при включении. Отключение экрана выбирается. Через сколько выключается экран после начала записи. Запись звука, датчик удара, установка даты и времени на видеофайле, выбор языка, штамп даты и времени, форматирование карты памяти, сброс настроек дозаводских и версия программного обеспечения. При покупке на данное зеркало обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.